Тканька. Что за тканька? Сжатый штапель, вискозный. Так, цветочки у нас где-то 2,5 сантиметра. Такие самые крупные 2,5. Ширина ткани у нас 135 в свободном состоянии. Если, конечно, ее тянуть, она побольше растянется. Ну, почти до 1,5 метров сжатый. Она. Ну, это прям, если как трикотаж использовать. Вот. Ну, черная-черная с очень яркими рисуночками. Приятный такой цвет. Розовый.